Здесь вот монастырь де Пьедро есть в ту сторону. Туда мы с вами уже гоняли. А нам, наверное, а нам теперь вот туда. Понял. Ну погнали, давай, ладно, туда. Прикольно. Я, ну все, окей, я примерно понял, где мы есть. Ну так-то... По кайфу здесь природа, гляки, скалы. Ну да, здесь вот мы когда ездили в монастырь де Пьедро, примерно тот же самый ландшафт, те же самые леса, поля, горы. И вообще правильно едем, что-то я немножко не пойму. Наверное, да. Мы подъезжаем вообще место, которое называется Баранко де ла Хос. Как-то вот так вот, по-моему. Если я ничего не путаю. И рядом должна быть какая-то деревушка очень интересная. Здесь вот, видите, какие-то руины остались даже. Прикольно. Тут завод вот стоит. Здесь прям пустыня-пустыня такая жесткая. Так, подъезжаем к какой-то деревушке Ибдес. Или это не название деревни, не знаю, что это такое даже. Ну да ладно, вон какая-то прикольная. Бля, какая-то вон там тоже какой-то собор есть. Знаю, что это за деревня, ребят, что-то я даже не пойму, где они есть. Ну мы, наверное, не будем здесь останавливаться гулять. Это такая, наверное, чисто фермерская деревушка. Хотя... Даже не знаю, глядь, у них тут и футбольные поля есть, и по кайфу тут люди живут, а? Прям какая-то арабская крепость с тех времен еще осталась. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ребятишки, вон и задача. Сейчас смотрю на карту, и, короче, я вот еду вот по этой тупой дороге, и до самого туда верха мне надо ехать вот так. Показано 50 километров. А если бы я повернул налево, в сторону монастыря де Пьедро, я бы просто поехал по трассе. И мы были бы уже на месте. Ну да ладно. Это прямо какая-то вот заброшенная деревня. Но фермерская, но... Видите, просто бараки стоят. И... Чуть никого. Не знаю, кто здесь живет. Вот деревушка Кампио де Арагон. Вон, вижу какой-то собор и церквушку. Более тут особо и нету ничего. Так показать никто не едет. Вот вам показываю. Кордуэнте. Мы на месте. Поехали. Вот такая вот что-то деревушка. Не особо на самом деле. И что тут смотреть? Я тут не был ни разу. Я даже не знаю, куда мы приехали. Просто посмотрел, что здесь какой-то, так скажем, геопарк. Правильно я сказал? Геологический или биологический, не знаю. Геологический, наверное. Био, точнее, а не гео. Я, видите, вон каждый как бы свой манифестацион выставляет на балконах и пишет. Но биогаз, что-то там соль, планта де биогаз, макрогранхас. Да, дела получше. Забираю вас с крыши и погнали. Погнали смотреть, где мы вообще есть. И куда мы приехали. Там бар, я вижу. Ну, пока он нам не нужен. Я думаю, нам туда вот вниз. И как-то нам направо потом, я так по карте посмотрел. Это вообще круговая рута. Не очень она длинная. Километров 10, наверное, в общей сложности. Ну, посмотрим, что у нас здесь такого интересного есть. Тут что-то написано. Баранко де ла Ос 28. Это я не знаю, что значит 28. А вот здесь какой-то бассейн. Наверное. А, я так думаю, что можно в любую сторону пойти, да? Пойдемте, ладно, направо. Через басик.
как-то будем искать путь через лес наверх. Да, я вон там вижу указатель. Значит, правильно идем. Так, это что такое? Погодите-ка. Мы вот здесь были. А, нет, мы сейчас вот здесь. И нам как-то нужно налево, значит, идти, да? Или нет, не понимаю. Все туда, что ли? Дорога есть, значит, можно туда идти. Может быть, даже я зря туда иду. Кажется, я зря туда иду. Пойдемте, ладно, налево. Получше будет проход. Ну да, вот басик там, либо налево, либо направо, ну пойдем налево. Так-то сюда можно, наверное, на машине проехать. Да ладно. По идее, мы вот так просто огибаем весь этот лес и возвращаемся с другой стороны, но только здесь просто лес. Я думал, здесь какие-то скалы прикольные есть, горы, не знаю, дома, домишки, церквушки, соборы, а здесь... Ой, блин, ну такое себе, ребятишки, ну такое себе в натуре. Пойдемте, ладно. Куда идем? Типа, который едет все на машине. Я не пойму, может, поехали тоже на машине, лучше проедемся, да и все. Ну, типа, чё мы будем туда херачить просто так-то? Я не понимаю, что это за рута такая глупая? Просто через лес. Я тут не вижу ни одной горы. На, ребятишки, ну это полная какая-то хуйня. Пойдите назад. Тут кого-то убили, походу. Опа, еще двоих. Ну да ладно. Ладно, поехали на машине. Я правда не знаю, как я буду. Ой. Какие там три бедолаги идут. Ну ладно. Что, ну вот я вижу леса и все. Больше нихуя. Баранку 2.8. Может быть там налево? Они вообще не туда. Поехали. Ну поехали туда мы отнемся. Потому что так-то это вот называется вот так вот эта штука. Баранку 2.8. Ой, бля. Вот я походу уезжаю из этой деревни, да? Сами скалы прикольные, которые на фотках, я что-то не пойму. Ну давайте. Давайте, наверное, поехали направо. Изначально как собирались. Я думаю, там получше дорога. Ничего интересного абсолютно. Просто какие-то заросли. Обычные хвойные леса. Я думаю, что-то здесь по кайфу прям будет. А это что это такое, блядь? Рута? По-вашему называется.
называется? По-моему, это называется хуйня какая-то. Не, так не кажется. Панумба. Так, развилка, пацаны. Честно, даже не знаю, куда я смогу проехать, а куда нет. Поехали, наверное, туда. Что-то я не понимаю ничего. Может быть, наверх-то я могу даже доехать. Мирадор Мерендеро Эль Осино Пунто Старлайт. А там Центро де Интерпретацион де Кордуэнте. А, назад. Так, ну вот вижу чью-то дачу. У кого-то тут дачка стоит. Нет, ебать, мы на трассу вообще выехали. Ну это вообще какая-то, так, ну вот Кордуэнт, вот мы заехали. Но здесь ничего нету. Я вообще не понимаю ничего. Так, вот мы на этом же месте. Давайте, ладно, дубль 2. То же самое, только, ну, хуй знает, налево поехали. Баранку туда, вот, с Писины. Мне показано, вот, до Писины сначала по карте нужно доехать. А потом там налево, чи направо. Ну, вот направо мы поехали, какая-то херь получилась. Поехали налево, попробуем. Я просто думаю, может быть, вот эти вот Баранкус, они за лесом на другой стороне. А может быть, вообще там нихера нету. Короче. Так, let's go туда. Буксую жестко. Давай. Так, ну мы куда-то прям поднимаемся так нормально наверх. Как тот тип на бричке, который мимо нас проехал. А он-то, наверное, сегодня не просто так ехал, я так думаю, нет? Или он тоже из таких, как я? Посмотрим, что нас тут ожидает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, несет меня во все стороны. Давай, штука осталась. Ай, вот тут он тип этот. Нахуй нам нужен, нам-то надо дальше. Ой, ну вообще пиздец, ребятишки с вами. Да, короче, вот такая вот рута. Никому ее не советую. Какая-то хрень полная. Я даже не знаю, где, как мне жопу теперь назад съезжать вниз. Поднялся я, и тут тоже ничего нету. Я вообще не понимаю, куда я, зачем я сюда еду? Где эти баранки? Где вообще что-нибудь? Ничего не понимаю. Вот если бы я сюда пешком пошел. Охрененно. Просто вот так вокруг этого леса хвойного идет вот такая тупая дорога. Она вон туда идет. Я даже хуй пойму, зачем она туда идет. Остановись уже, а. Ну, бред какой-то в натуре. Я не понимаю, зачем туда едет. Дайте-ка я на карту посмотрю, где я. Заебумба, у меня здесь связь не ловит. Офигенно. Я здесь даже не развернусь. Не понимаю, что делать. Не понимаю, зачем. Ну, туда ли мы едем? Че это, бред какой-то. Да, такая себе рута номер 2. Едем назад. И, ну, ребятишки, вот я вам показал, что здесь ничего нечего смотреть. Точнее, не так. Я вам показал то, что здесь нечего смотреть. Вот так. Может быть, я, конечно, где-то заплутал, как всегда, и не в ту сторону поехал. Но мы с вами уже объехали и влево, и вправо, и вперед, назад. Я не знаю, ну и наверх мы уже поднялись. Может, тут какие-то, блядь, подземные пещеры еще есть, куда мы не ходили, но я не знаю даже. По карте все правильно. По фотографиям вообще такого нету. Может быть, я даже перепутал место и даже не в это место приехал. Хз.